Всем привет! Мы в GTA 4 и мы работаем на какую-то обезьяну кривляющуюся. Но у меня появилась идея, может быть, можно позвонить тому же малышу Джейкобу. Извините. Это перформанс или наркоманос? Контакты. Малыш Джейкоб, работа есть? Привет, Джейкоб. Часом не надо какой товар доставить? Здорово, Плохиш надеялся на то, что ты перезвонишь. В машине у кафе тебя будет ждать посылка, крутой гангстер. Ты должен встретиться с моим корешем в тоннеле из Тайланд-Сити, понял? До скорого, Нико. Вот у нас появилась и работа. Решите. Мужчина, мне машина нужна. Девушка, вы со мной? Ну, извините. Я постараюсь относиться к вашей машине как к своей. Нам как раз такой развалюшки. Для полного счастья не хватало. Ловлю себя, начинаю ловить на мысли, что здесь ездить на машине ничуть не менее приятно, чем следить за сюжетом. Девчонки? Надо попробовать как-нибудь разок проскочить. За кем-нибудь сэкономить $5. Здесь даже физика лучше, чем в Формуле 1 от кодмастеров. Слышь, чувак. Так нельзя на машине ездить. Ты поаккуратней. Пройдись пешком, подумай над своим поведением. Че, кто-то круче вас оказался, стояли там, булки мяли. Жаркий день, что может быть лучше снесенной водонапорной колонки? Пожарной. Далековато. Мусор на улицах особенно доставляет. Не всегда поймешь, где мусор, где листва. Так, здесь надо поаккуратнее. Уже приближаемся. Ты прав, чувак, на все 100. Ага. Здесь уже и машину по вкусу мне подобрали. Так.
Вот. Вот. Она развалюха моей мечты. Доставьте товар в туннель из Island. До 16:00 покупатель нервничает. У нас даже что-то блямкает у нас. Не вздумай поворачивать. Что такое? Нам не сюда? Произошел отстрел первой ступени раньше времени. Машина такая вот, едешь, она сломалась, из нее просто вышел и пошел дальше. Не вспоминаю больше про нее. Да-да, здрасте. Тормозить надо за два квартала начинать. Я видел поворотник, но мы успели. Топим по левой. Ню, да. Баста, кардрайвер. Ох ты, там кто-то аж поет. Парень некогда меть букисы. А где место, которое нам нужно проколнуться? А, вот это, наверное, гараж, ему просто заезд снизу. Покупатель скрылся. Да вы очумели, что ли? А вон он, тоннель. Ну-ка, тихо. Черт, Джейкоб, прости, но глушь доставить не удалось. Ты реально звони, если верняк управишься с делом, чтобы без дураков. Тогда будьте работа. Это вот здесь где-то было. Извините, говорит, опоздал. Вы видите, я аккуратно. Нико Белик? Белик, мы обыскали склад, не нашли там твоего трупа. Обломись. Могу ли я переиграть? Не горит эта фигня, я не могу переиграть. Блин, обидно. Да убери ты. Я ж почти доехал. Просто непонятно было, куда. Да нет, ту кнопку нажал. Сеть обратно. Сейчас попробуем. Почему переиграть нельзя? Вот мне что расстраивает. Б, кто такой Б? Кто такой М? М это Мэнни. А Б? Брюси.
Ладно, съездим, думаю. Сосу. Малыш, а что с товаром-то делать? У меня полная машина, непонятно чего. Торопился как мог, только там, видимо, с первого раза не разобрать, как куда попасть. Вы достигли. Думаю, что мало чего достигли. Найти и удалить. У-у-у, парень. Любитель. Привет. Здрасте, говорю. Я занят. А я сказал привет. Ты чё? Твой босс на месте? Ты это зачем сделал? Босс здесь? Да здесь он здесь, Брюси. Тебе какой-то гребаный европешка заявился. Ну что ж, при этом познакомиться. Он достойный человек. Хоть и редкостный мудак. Ники, дружище, извини. Попался, парень, я ведь не просто большой, я еще и быстрый. Просыпайся, парень. А, прости, можешь показать еще разок? Хорош, 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 парень. Блин, ну ты даешь. Серьезные приемчики в Красной Армии. Ты должен показать мне ее еще раз, я тащусь от таких штук. Ну давай, давай, давай. Да хорош. Я буду крепкий как камень, я просто монстр. Ну-ну-ну-ну. Роман сказал, тебе может понадобиться моя помощь. А нам нужны деньги. Черт, ну и дерьмо. Конечно, люблю этого парня, люблю. Я, конечно, не жирнолюб, но если бы я был им, я бы в придачу еще был гомиком. Этому парню мне бы не уйти, понимаешь, о чем я? Прекрати. Да я просто прикалываюсь. Брюси по девочкам. Понял? В общем так, Ники, слушай. Я знаю, вам, парни, нужны деньги. А вот работа не самая приятная, это тебе не дочки матери. Да вообще не проблема. Рассказывай. Иногда люди наезжают на других людей, понимаешь? И на тех, кто наезжает на других, тоже приходится наезжать. Особенно на тех, кто залегает на дно до поры до времени, чтобы потом дать показания в суде или посадить за решетку нормальных людей. Чего? Мне нужно, чтобы ты прищучил кое-кого. Как мне их найти? Чувак, а ты крутой. Даже глазом не моргнул. Молодец, молодец. Тебе нужно будет угнать полицейскую тачку, подключиться к компьютеру, перезвонить мне. Понял? Не совсем. Но я тебе позвоню. Найдите полицейскую машину. А с этой что делать? Я не хочу ее просто так бросать, выкидывать. Нужно где-то у забегаловки, где полицейские ужинают. Или, ну да, наверное, уже закат, ужин. Тем более мне угонять-то ее не надо, мне в ней только посидеть. Сколько машин сразу офигенных вон появилось. Да ищу я, ищу, найдите полицейскую машину. Танцующий Кадиллак. Надо выбираться на главной улице, они, видимо, боятся сюда заезжать. И уж тем более им тут нечего делать. Брюси. Чего ты тормозишь? Не можешь найти полицейскую тачку? Позвони 911, эти козлы сами к тебе приедут. Не дергайся. Мне еще номер свой полить. На всякие сомнительные мероприятия. Не хватало. Вон полицейская машина.
Даже две. А что будет, если я просто сейчас их остановлю и просто в машину сяду? Ой, извините. Ты говоришь, окружен. Я окружен мудаками. Сейчас мы оденем в тихое место. Я здесь, с компьютером. Но ты чувак Шельма. В общем, парня зовут Лайла Риверс. Введи это имя в комп, найди что-нибудь вроде предполагаемого местонахождения. Я, конечно, и сам его завалю, но когда люди видят, что я иду, они сваливают нахрен, понимаешь? Парни не любят связаться с тем, у кого за поясом пушка 24-го калибра. Ищу Риверса. Ты суров, чувак. У меня аж мурашки по коже пошли. А мы ведь только по телефону разговариваем. Позвони мне, когда... Поиск досье. По имени. Ох, нифига себе. Как он там, Алекс? Он, наверное, по-русски-то надо писать. Ошибка. Воспользуйтесь компьютером, я понял. Мне нужно имя заново. А, Лайла Ривас. Вот он, Лайл. Местонахождение брокер. Разыскивается за торговлю наркотиками. Поезжайте домой к Ривасу. Единственное, вот я сейчас подумал, было бы хорошо иметь пистолет с глушителем.
Лайл Ривас, у меня послание от тебя от Брюси. Брюси? Твою мать, я думал, он шутит, чёрт. Блин. Я бегу. Он пешком бежит или как? Извини. Надоело мне выяснять, бегом он бежит или нет. Просто стоял грузовик. Блин, я не туда поехал. Или он проехал уже развязку. Да, парень на машине. Это его там носит. Нет. Вон он, все, нашелся. Ну ткни его в жопу, я тебя и закончим этот вечерний заезд. Читерная машина. Он не мог успеть заплатить. На этом мосту мы не были, кстати, еще. И что нам было писаться? Зашел бы мощно, спокойно. Это что такое, блин? Зеркалом тиранулся и все. Занесло поперек дороги, так нечестно. Надо машину другую. Да, в принципе, я думаю, разница бы была небольшая. Запихать бы, чтобы я успел выйти. Этот маньяк, говорит, пытается меня убить.
Ну догнал и чё? Что делать с ним теперь? Чё, хватит? Ездит он тут. Чувак, дай Брюс, ну так ты там со мной поговори, уведи меня. Полиция, блин. Полиция, пусть проедет. Тебе лучше лежать. Да его. Все, видимо. О Ривасе можешь не беспокоиться. Охрененно, чувак, куча людей должна быть благодарна. Уже не могу... Говорит, куча людей будет благодарна за то, что он не будет больше давать никаких показаний. Возьми, он красный фургон, там внутри что-то есть. Продашь, купишь себе новую машинешку. В общем, он говорит, да мне пофигу, ты платишь, я делаю. Говорит, а у тебя этого деньги интересуют. Четко, четко, чувак. Клуб треугольник, я понимаю. Стриптиз клуб. Сейчас нужно постоять и просто сообразить. Как там дома обстановка? Ага, никак. Малыш, надо реабилитироваться. Мне нужна работа. Может, у нас с Плохишом что-нибудь нужно достать? Слушай, брат, тут есть какая-то дурь. Этот раз верняк надо достать. Рубайся, она в машине у кафе. Ты должен встретиться с моим корешем в тоннеле опять там же. Мне не ясно, как туда попадать, в этот тоннель. Если на их машине я еще как-то туда доезжаю, а вот... Чудница мне сделал круг. Так как ты говорит, машину водишь. Какие вы
Это не... Ой. Придется немножко погоняться. Развороты на 180 градусов не очень удаются. Чудится мне, по пешеходным дорожкам еду. Там автомобиль стоит, значит выезд есть. По-моему, здесь в этом городе ни пешеходы не смотрят на светофоры, ни водители. Какая обоюдная лотерея. Ну, попробуем еще разок. На этот раз машина такая же великолепная, он даже скотчем заклеены окна. А движок нормальный. И в нем тоже типа блямкает. Все как надо. Блин. Пока смотрел, как проехать, пропустил поворот. Тяжелые задания у Джейкоба, я бы лучше пострелял, чем опаздывать куда-то. Поторопитесь, да я и так уже тороплюсь. Или сюда на машине надо было приехать. Камерка, держи. О, реабилитировались. Фу. Сейчас нужно быстренько машину вернуть. Мы не можем позволить такую великолепную тачку угнать. Товар на месте, Джейкоб. Отлично, Ник, на тебя можно положиться, верняк. Перезвони как-нибудь, если захочешь еще поработать курьером, идет? Спасибо, Джейкоб. Работа нужна как никогда. Так, выбрался я где?
пошли лендроверы и машины с турбо. Ну да, вот она, красавица. Брюси, Мэнни. Мэнни, видимо, это сюжетная. Не хочется работать на эту обезьяну. Фаустин, все, зачем он в контактах у нас? Мишель? Как насчет прокатиться? Hello, Мишель. Мишель, привет. Рано вставать, мужик. I get up pretty early. Call back after six. Sorry, Мишель. I lost track of time. Ладно, к Мэнни мы съездим. В принципе-то можно к Брюсе съездить. Это будет поближе. Может, машину заодно починим. Ага. Я вас тоже узнал. Да я же убрал телефон. Она причем после этого прострела еще и рывок делает вперед. Машина, прикольно. Кодмастером делать и делать еще. Учиться и учиться делать симуляторы. Бах. Машина прям полностью устраивает. И, кстати, он нам еще по электронной почте что-то должен там скидывать. 31, 32, 33, 35. Тут тебя кто-то хочет видеть. Я занимаюсь. 36, 37, 40. Брюси, привет. Ниго, секунду. 40. Ты пропустил один. Почему ты мне не сказал, что это Ниго, а? Женщина. Женщина. Да, мужик, я в твоем распоряжении. Готов. Готов ко всему, что скажешь. Твою мать. Ты в порядке? Выглядишь немного напряженным. Да, прости, видать, если я немного перепичкал. Перепичкал? Ну, тестостерон, тупорылая акула, амиго. Заказал его через интернет в Чили. От нее чувствуешь себя настоящим самцом. С этим поосторожнее, мужик. Я слыхал, эта штука делает забавные вещи с мужским достоинством. Ты хочешь сказать, что у меня забавные... Яйца? Да я не об этом подумал. Ты мне сообщение послал, тебе нужно что-нибудь? Чувак, да я просто прикалываюсь. Слушай, ты отлично совсем справился. Бев благодарна, куча народа. Короче, смотри, у этого парня, Лайла, есть тачка, которую стоит угнать. Можешь это сделать? Он ставил ее на аллее в конце Йорктаун-авеню Стейнвилле. Если заплатишь, как в прошлый раз, нет проблем. Подвохи есть? Да нет, все проще пареной репы. Ладно, ладно, тогда я пойду займусь этой машиной. Пока. Поезжайте на Йорктаун. Это ему что, нам предлагает сменить нашу офигенную машину? Next
какую-то непонятную клевую тачку. Вот как-то, если кто-то знает, как сделать, чтобы машина вот где-нибудь, допустим, в моем гараже оказалась вот эта, я ее мог в любой момент взять. И у меня гаража-то, но квартиры даже нет. Я бы на ней всю игру прошел. Полицейские лояльные, дальше некуда. Превышение не фиксирует, двойной выезд на встречку и пересечение двойной тоже. Ага. Зайдите за угол и найдите машину. Она у нас сливается так с мусорными баками очень. Ага, есть машина. Наверняка с сигнализацией. Ага, вот здесь направо выезд есть, внизу. Внизу лучше, внизу налево. А, и дартс, там около дартса угоняем. Резина офигенная, по-моему, мы сейчас... Ага. Никаких рисков, Брюси? От этих препаратов тебя башка совсем отказала? Он пытается угнать тачку Лайла! Оба-на. Это тачка Лайла. Лазь. Я их на карте не вижу, поэтому просто буду топить. Как могу. Только не поворачивайте никто. Молодцы. Соблюдайте спокойствие, никто не пострадает. Извините, окей. Может, по ним тоже пострелять, я вот думаю. Не будет ли это слишком? Эх, ты меня застрелили. Да я... Ясно. Надо было сразу стрелять. И здесь комби. Как переиграть? Сейчас на автомото старине прохватим. Забудь, мужик. Все люди братья, все должны помогать друг другу. В общем, уехать от них нельзя. Будем отстреливаться.
Даже у чемоданов есть снос задней оси. Но дрифта не получится слишком, она колеса передние слишком вцепление большое. Так, сюда приехали, я сейчас вот что сделаю. Ну, унеслась. Брюси, походу, двиг, а машины уже нету. Ага, сзади тоже проезд был, оказывается. Отойди от машины, приятель. А еще где? Гайки на дороге уже появились. Сначала от полиции уйдем. Тогда нам никто не заехал. Да ёлки-палки, я ж на той заехал, развалюхи. Ага, ясно. Там еще где-то один булькает. Это дорогие в вашем городе. Damn, that's loud.
Oh, I hope that didn't hurt as badly as it looked. Да ладно, говорит, я не хотел, чтобы это было настолько плохо, как это выглядит. Курица, что он там клюет, интересно. Голубь. Ага, интересно. Наконец-то мы с ними разобрались. Ну чё упиликать, подумаешь, машина с пулевыми отверстиями в стёклах. Брюси сейчас нехило было бы зарядить за подставу такую, какие-то там ямайцы были против. Того, что мы машину взяли. Хорошо, что мы ко всему готовы. Да ладно, я проехал 10 метров от тебя. Впечатлительный. Гражданин. Да тихо вы, я что-то не соображу. Раньше нельзя было это сделать. Брюси попросил меня подогнать ее сюда. Тебе повезло, что она так хорошо выглядит. Единственное, что выглядит хорошо, по мнению Брюси, это его отражение в зеркале. Спасибо. Ну, извини, что так получилось сурово с машиной. Ага, нам теперь нужно что-нибудь покушать. Машина в твоем гараже. Меня ждали. Это было непросто. Черт, чувак, если бы я знал, что все будет так, я бы сам за ней поехал. Никто не смеет залупаться до Брюси. Сделай это, парень. Круто вас красноармейцы учат водить. Я тебе подогнал крутые диски, вращающиеся, просто чума, ни у кого таких нет, знаешь? А давай как-нибудь погоняемся, потусуемся, лады? Спасибо, дружище, спасибо. Вращающиеся диски, у меня машины-то нет. Ресторан. Оружие в другой стороне. Мне жилет уже давно пора купить. Чего, сори?
Ника, ты крутой чувак, должен попробовать себя в народных мстителях. Знаешь, копы занимают людей втихаря. Нанимают людей втихаря, платят им доллары за грязную работу. Залезь в полицейский компьютер и посмотри сам, Б. Хорошего я от тебя уже не жду, Б. Бывшая наша таксомоторная станция. Ничего, мы ее вернем, отстроим. У меня, кстати, все черно-белое стало, видимо, потому что я не очень себя чувствую. А вон тот человечек, надо про... По-моему, это какие-то персонажи, к которым подходишь, и там такие сценки возникают. Небольшие, прикольные. Проверю я при случае это. Дело. Пошел я лечиться. Здрасте. Дайте ваш лечебный гамбургер. Не с пола. Я постоянный клиент. Пожалуйста, говорит, попробуйте. Так, чтобы вас не вырвало. До свидания. Одобрительных сразу. Вот стоит человек. Да, Брюси, Ники, серьезно, надо поговорить. Сейчас, приятель. Вот и мой сет. Если хочешь привести в порядок свое хозяйство, завязывай с уколами, иначе тебе прямо прямая дорога к имплантам. Братан, сколько раз тебе говорить, с моим хозяйством все как надо, ясно? Я хочу поговорить о Романе, у него проблемы. Он слишком много играет в казино, в интернете, везде. Тебе нужно позаботиться о нем, брат. Роман уже взрослый, он сейчас сам позаботится, Брюси. Он связался с серьезными парнями, друг. Даже если люди вроде меня дважды подумают, прежде чем с ним связываться. А ведь я опасный чувак. Давай отправь его к анонимным игроманам или еще куда-нибудь. Мне уже кажется, что карты для него важнее, чем девки. И это плохо. Сечешь? Спасибо, Брюси, что дал знать. Чувак, ты почему на карте... Товарищ, прости, мы не виделись с тобой в товарище, приятель. Где? Ну, бар у Мики. Ты точно из-за этих сраных коммуняк, которые туда частенько захаживают, я тебя помню. Ага, а ты тот пьяница, который постоянно валяется в блюотине на полу? А, точно, да. Я обычно в хлам. Но теперь я взялся за ум. Завязал с этим дерьмом вообще. Я рад за тебя. Да, я стал другим человеком, теперь я ни от чего не завишу. Стоишь на улице, ничего не зависишь. Никакого бухла, наркоты, даже со шлюхами завязал. Все, финиш. Ну отлично, а мне-то ты зачем рассказываешь? Просто хотел поделиться. Ну поделился. Теперь я позитивный человек. Позитивный. Я разобрался с проблемами, теперь не стали моими возможностями. Ну, успехов тебе с твоими возможностями. А я, пожалуй, пойду. Не, стой. Займи. Я знаю, это слишком серьезная просьба, но мне просто интересно. Я еще когда бухал, задолжал одному парню какие-то деньги. И он типа разозлился. Ты не мог бы уладить это дело? Я ему хочу заплатить. Пожалуйста. Ну и... Он в переулке Монтаук-авеню. Найдите транспортное средство. Найдено. Отвезите Мэла навстречу. Ты назначит сраными коммуняками. Ты будешь удивлен, когда узнаешь, что я делал после того, как завязал. Теперь я просыпаюсь до полудня, хвала Господу. На самом деле, после того, как я бросил, меня донимала белочка. Да я стакан не мог в руки взять, чтобы не расплескать его на себя. Видел бы ты, что я с толчком вытворял. Try as a bone.
грузит нас своими переживаниями новой жизни. Ясно, теперь буду знать, что эти человечки обозначают. Сюжетные мини-задания. Не знаю, зачем они здесь, просто прикольно. Они должны быть здесь. Поможешь мне с ними договориться? Не беспокойся, я прослежу, чтобы все было как надо. Эй, послушай, мы приехали сюда деньги вернуть, которые мой друг вам задолжал. Он не хочет неприятностей. А думаешь, деньгами все можно исправить, Мэл? Ты не помнишь, как заявился ко мне и выбросил в окно телевизор? Нассал мне на диван, после этого хозяин вытурил меня на улицу. Я слишком за много, нужно расплатиться, Мэл. Можешь о них больше не беспокоиться. Подбрось меня назад, откуда мы приехали. Капец, чувак обоссал кому-то диван, а мы за это их убили. Кем мы становимся? Поехали на свои. Господи, вот это меня колбасит. Это слишком большое потрясение, как мне из этого выпутаться? Кто знает, что я еще натворил под мухой? Да ладно, просто успокойся. Нужно просто успокоиться. Может, пару рюмок успокоить мои нервы? Я не это имел в виду, Корифан. В таком дерьме ты оказался в первую очередь из-за того, что бухал. Да, просто успокоиться. Не глупи больше, друг. Позитив, это я. Вот котлета, которую должен был отдать тому ростовщику. Но может бумажек 10 я себе оставлю? Кто знает, что мне может понадобиться в новой жизни. Прощай, будь спокоен. Извините. Спасибо большое. Да не надо пикать, я сейчас заеду за жилетом и хорош. Должен быть совсем рядом магазин. Правда, этот ближе ресторан, но уже поехал в магазин, значит магазин. Без жилета очень быстро заканчивается жизнь в этих реалиях. Но, видимо, двигать сюжет это только Мэнни. Цепная обезьяна. Голос улиц, чувак, йоу. Ну чё, говорит, тут за разрешение конфликта, все, до свидания. Ничего нас больше не интересует у вас. И вам того же, благодарю. Почему один пункт питания? Я не вижу у уличных торговцев. Накладно ездить в плане по времени лечиться в один и тот же бар. Купи себе словарь русского языка и выучи хоть кроме фак еще несколько выражений.
выглядишь глупо. Может быть, если его на вот этой оставлять машину? Извините. Мне срочно нужно, поесть. Здрасте, тот гамбургер, что вы уронили сегодня утром на пол, можно его? Благодарю. Жизнь кипит. Все, перед окончанием серии я еду обратно к Мэнни, потому что сюжет двигает он. И буду заканчивать серию. Что, Порш? Yes, а ты откуда знаешь? Это на Peugeot тоже было похоже. Город большой. Наши люди в Голливуде. По городу просто приятно ездить. Мерседес такой. Интересно, тут есть такое, что вот выкинешь какой-нибудь из дорогой машины, он оказался членом какой-нибудь группировки, у тебя на ровном месте пятерки какие-то организовались. Ты ж так-то меня боишься. Ну. Всего хорошего. У них даже полицейские стоят на этом. Я думал, это какие-то обычные работники. Он стоит вроде бы в полицейской куртке. Мопед себе купи, чтобы в трафик не попадать. Все, прибыли мы к Мэнни. Сейчас будет какое-нибудь сохранение. Уличный чистильщик. Ладно, парни, я хочу сделать еще один снимок. Это будет... Ладно, ладно, ладно. Поближе Мэнни, ребята, встаньте поплотнее. Получится классно. Так, хорошо. Еще чуть ближе. Спасибо, чудесно. Значит, превосход. Отлично, вот теперь зашибись. Ну, что я могу сказать? Надеюсь, ты будешь продолжать работать над улучшением общества.
Эй, Мэй, не такой уж ты плохой человек для копа. Давай, чувак, это Ради Виолетс. Скажи свое слово. Это офицер МакКриди. Это Нико. Нико мой приятель. Рад познакомиться. Слышал, ты помогаешь этому парню в важной работе на благо города. Не-не, я турист. Просто недавно приехал. Слушай, Мэнни, мне надо идти. Продолжай делать то, что ты идешь. Спасибо, офицер. Спасибо. Ты знаешь, для меня это очень важно. Настоящий парень за дворок начинает работать с привратниками общества над его улучшением. В смысле, там, откуда я родом, чувак, полиция, слово ругательное, чувак. Мэнни, у меня дел куча. Ты, выключи камеру и отвали. Я только волну поймал. Я был одним из тех парней, которые придумали. Это все гнило. Это что, типа благотворительных работ, что это? Чувак, я ж голос улиц. Все, фонтан прикрой. Слушай, я маленький сынок, хочу, чтобы ты оказал мне услугу. Чувак, мне нужна помощь. Я хочу, чтобы какие-то случаи исчезли отсюда. А мы им помогли бы это сделать. Потому что мистер МакКриди рассказал чистить это место, я это сделаю. Ладно, сколько их? Много, чувак. Они шарятся по улицам и творят всякое дерьмо. А теперь они пришли на Виндмилл. Что они натворили? Они чтят законов улиц. Я не понял, опять что ли повтор этого квеста? Мне главное платить, не забывай. Чувак, все, ты в кадре. Поезжайте на Виндмилл Стрит. По-моему, это уже было чудесное задание, где мы их колбасили на этом складе. И мне очень грустно, что мы его увидим опять. В списке. Наверное, закончу на этом серию. Эсперанто. Больше ездили, чем стреляли. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, мало двигается сюжет. Посмотрим, что дальше будет. Но находиться в игре приятно. Надеюсь, смотреть тоже не скучно. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего, удачи и пока. В следующий раз поеду, проверю, действительно ли это повтор, или там что-то новенькое нарисовалось.